Накануне Всемирного дня стандартизации, который отмечается завтра, 14 октября, в Приокском государственном университете состоялось торжественное собрание. Желаем их профессиональных успехов, желаем их новых достижений в развитии научно-технической деятельности, благополучия, здоровья семьям и близким. Центр стандартизации и метрологии Орловской области в этом году юбиляр. Коллектив отмечает 90 лет со дня рождения. На протяжении почти целого века центр вносит огромный вклад в развитие промышленности, оказывает методологическую и практическую помощь различным хозяйствующим субъектам. Поздравить юбиляр и его сотрудников с праздником в актовом зале собралось немало уважаемых людей нашего города.